деревень под тесовой крышей, в зыбке, что подвешено на штык. Скоро все окрестности услышат самый первый мой горластый крик. Стихотворение «Обручение» Владимира Архипова читает Артемий Карин. Анна Новокшонова читала собственные стихи. Сейчас ей 10 лет. Первое стихотворение она написала, когда ей было всего 5. По берегу, невзирая на волны сильные, шла девчонка, красивая, как в кино. И в руках у нее что-то светилось, что-то важное охраняли ладошки ее. «Какую ношу несешь ты?» — спросили девочку люди встречные, и разжала она ладошки. Это сердце русской земли, молодое и вечное. В этом году на предварительный этап записались около 50 юных анапчан в возрасте от 7 до 18 лет. 35 из них приняли участие в финале. Отдельно никого не выделяли, все получили дипломы.